Коля родился в 2001 году. Он открытый, легкий в общении, светловолосый парень. Во время интервью он старательно и с интересом отвечал на все вопросы, периодически одаривая всех своей застенчивой улыбкой. Коля увлекается спортом, больше всего любит футбол, а именно быть защитником. Защитником своей команды. Ну, в футболе мне нравится, ну, как в баскетболе, ну, на защите быть. Ну, мне нравится больше на защите, потому что, ну, в поле бегать. Оно интересно тоже, но на защите ворота защищать, чтобы, ну, не забили гол, оно как-то интереснее. Более того, он может стать хорошим защитником и для своей будущей семьи. Мечта Коли, чтобы в Украине не было войны. Там, смотрю новости, там много молодых парней не умирают из этой войны. Лучше бы не было войны. Молодой человек уверен, что все конфликты и ссоры можно решить с помощью доброго отношения друг к другу. Там, я думаю, если бы не было конфликтов между людьми, то было бы все нормально. Между президентами конфликты, и все, и война сразу начинается. Если бы все было бы нормально, как у людей в простых, дружно, то все было бы нормально. Войны не было бы. Коля в будущем видит себя автомехаником. Ну да, у нас в селе я помогал, ну, машины там делать. И еще хочу английский язык очень хорошо знать. Но я бы хотел бы всю семью, которая меня любила, никогда не бросила. Чтобы всегда были рядом, чтобы поддержка была, чтобы понимали меня. Мы желаем Коле, чтобы его быстрее нашли любящие папа и мама.